Приветствую всех, друзья, с вами Помазан Олег. И сегодня будет обзор проекта Pinar Life, в котором уже начался предстарт, и сейчас вы можете регистрироваться и пополнять свои балансы, а также строить свою команду, привлекая партнеров по своей реферальной ссылке. Старт проекта состоится 20 мая в 19 часов по московскому времени. Именно в это время вы уже сможете бронировать места в матрицах. А в 20.05 по московскому времени все ваши бронированные места встанут в структуру, которую вы сможете просматривать в своем личном кабинете. В данном проекте абсолютно любой партнер может принять участие, так как минимальный вход составляет всего $1. Платежные системы в проекте Payeer и Perfect Money. Ну а теперь давайте подробнее рассмотрим сайт, регистрацию в нем, кабинет и маркетинг. На главной странице вы можете познакомиться с маркетингом и найти ответы на все важные вопросы, а также узнать о проекте и кто его создатели. В разделе «О нас» есть вся подробная информация. Также в разделе «Контакты» вы можете связаться с администрацией. Также уже созданы и другие контактные данные, которые скоро добавятся на сайт. Это такие как Telegram-канал, группа ВКонтакте, и также скоро создадутся чаты для общения. Все ссылки по контактам проекта вы можете посмотреть в описании под данным видеороликом. Итак, перед тем, как принять участие в проекте, сначала нужно пройти регистрацию. Ссылка для регистрации будет в описании под данным видеороликом. Нажимаете «Регистрация», далее прописываете свой e-mail адрес и нажимаете «Зарегистрироваться». После этого перейдите на свою почту и откройте письмо от проекта. Там вы увидите предложенный вам пароль для входа в кабинет. Из письма пройдите по ссылке обратно на сайт, тем самым подтвердите свою электронную почту. Нажмите «Вход», пропишите свою почту и вставьте пароль из письма. Ну и далее входите в свой личный кабинет. Здесь для начала перейдите в раздел «Настройки профиля», где можете отредактировать свой никнейм и почту, а также коротко прописать о себе и сохранить. Чуть ниже вы всегда можете изменить предложенный пароль системы на свой. Также рекомендую прописать все свои контактные данные и тоже сохранить. В разделе «Рефералы» вы можете скопировать свою реферальную ссылку и приглашать по ней партнеров. Также здесь вы можете посмотреть, кто у вас спонсор, и ниже посмотреть статистику по своим личникам. А в разделе «Маркетинговый материал» можете взять различные материалы для привлечения. И их здесь очень много. При переключении по разделам система вам будет выдавать различные виды баннеров. Можете любые из них скачать себе и использовать для привлечения партнеров. Ну а перед пополнением баланса рекомендую сначала изучить маркетинг-план. Раздел «Предстарт» и «Старт». Предстарт начался 9 мая, и вы в это время можете регистрироваться, пополнять свои балансы и строить команды. Ну а далее нужно быть готовым к третьему этапу. То есть, когда наступит 20 мая, 19 часов по московскому времени, у вас должна быть на балансе кабинета необходимая сумма для того, чтобы вы смогли забронировать места. И после этого, примерно через час, все брони будут превращены в реальные покупки, и дальше уже все инструменты будут работать в соответствии с маркетинг-планом. При бронировании мест нужно будет перейти в раздел «Матрицы» и выбрать тарифный план. Но об этом чуть позже. Итак, рассмотрим маркетинг семиместных матриц. Их в данном тарифе будет 9 штук, с различной суммой входа и более высоким доходом. Каждую следующую матрицу вы можете покупать по желанию, но только в том случае, если предыдущие матрицы были куплены. Например, если вы хотите купить место в матрице за $100, то, естественно, у вас ранее должны были быть куплены места в матрице за $1, 5, 10, 25 и $50. Также в каждой матрице вы можете покупать неограниченное количество мест, как с основного баланса, так и с реинвестного баланса, который появится у вас после старта. Но суммировать сумму балансов будет нельзя. При этом в каждой купленной вами матрице будут автореинвесты. Как это происходит? Во-первых, каждое закрытие мест в матрицах будет приносить вам прибыль. При закрытии первых мест в первой линии вы будете получать 5% от стоимости входа. То есть, например, если матрица со входом $1, то при закрытии двух мест в первой линии вы получите по 5 центов. А если матрица со входом $100, то, соответственно, получите по $5. При закрытии мест во второй линии вы будете получать 95% от стоимости входа в матрицу, где при закрытии первого и второго места во второй линии начисление вы получите на баланс для вывода, а при закрытии третьего и четвертого места прибыль будет зачислена вам на резервный баланс и сразу же произойдет реинвест в эту же матрицу, которая у вас закрылась. А сумма для создания нового места возьмется именно с резервного баланса. И место встанет именно в вашу структуру в первое свободное место по алгоритму сверху вниз и слева направо. Например, если матрица со входом $1, то при закрытии третьего и четвертого места во второй линии на резервный баланс вам будет зачислено $1.90. При этом система сразу снимет $1 от этой суммы и создаст вам новое место в вашей структуре. А в резервном балансе останется 90 центов, которые вы в будущем можете использовать для покупки дополнительных мест, так как с резервного баланса вывести деньги нельзя, их можно использовать только для покупки мест в матрицах.
И вот этот резервный баланс у вас будет постоянно пополняться. В проекте работает система переливов, и поэтому ваша структура будет заполняться не только вашими личниками и вашими купленными местами, а равные реинвестами, но и также вы будете получать переливы от всех вышестоящих и нижестоящих по вашей ветке. В данном маркетинге, естественно, ваши личники могут вас обогнать. То есть, если вы, например, купили место только в матрице за 1 доллар, а ваши личники, имея средства на балансе, купили быстрее вас, например, места в матрицах за 5 долларов, за 10 и так далее. И в таком случае они встанут переливом в структуры вышестоящих в свободные места. И вы таким образом можете потерять прибыль от закрытия места. Так что рекомендуется на старте бронировать места сразу в нескольких матрицах. Или после старта 20 мая в 20 часов 5 минут по московскому времени, когда вы уже увидите все свои места и матрицы, и уже получите доход на основной и резервный баланс, то как можно быстрее покупайте места в следующей матрице. Или покупайте еще дополнительно места в те матрицы, которые вы ранее покупали. Хотя там у вас и так реинвестом будут создаваться новые места. Поэтому выгоднее будет покупать места в следующих более дорогих матрицах. Итак, рассмотрим второй тариф 15-уровневой матрицы. Здесь довольно-таки все просто. Каждый уровень в матрице стоит 15 долларов. Это тоже бинарная 15-уровневая матрица, где от каждого закрытия места вы будете получать 1 доллар на баланс для вывода со всей глубины до 15 уровней. И учитывая то, что в каждом следующем уровне количество мест увеличивается вдвое, то со всей глубины вы будете получать очень солидные суммы. В каждом уровне вы можете покупать неограниченное количество мест. Но тоже надо понимать, чтобы ваши личники вас не обогнали, и чтобы увеличивать свой доход в геометрической прогрессии, старайтесь при получении прибыли или из своих личных средств покупать дополнительные места в каждом из уровнях. В данном тарифе автореинвестов и автопереходов нет, поэтому вся прибыль с 15 уровней будет поступать вам на баланс для вывода. И вы уже там сами решаете, где и сколько мест вы будете покупать. Но помните одно, что в каждом уровне матрица стоит 15 долларов. И здесь надо понимать, что когда вы покупаете место в 15-уровневой матрице, то отчет первого уровня начинается именно с вашего места. То есть первый уровень – это вы. А далее, начиная со второго уровня по 15 включительно, вы будете получать по 1 доллару за каждое закрытое место под вами. Таким образом, платежеспособных уровней всего 14. Так что чем больше мест вы будете покупать, тем больше будет у вас прибыль, так как у каждого вашего места будет своя 15-уровневая матрица. И поэтому каждое ваше место при закрытии всех мест по 15 уровням под ним заработает почти 33 тысячи долларов. Итак, на старте 20 числа в 19 часов по московскому времени, для того чтобы забронировать места в 15-уровневых матрицах, вам нужно будет иметь на балансе необходимую сумму денег, выбрать нужное количество мест для покупки и нажать «Оплатить». Каждое место стоит 15 долларов. И примерно через час после старта все ваши забронированные места встанут в матрицу, и вы увидите статистику по всем своим местам. Итак, для того чтобы пополнить баланс, перейдите в соответствующий раздел, выберите платежную систему и пропишите сумму пополнения. Далее нажмите «Пополнить» и следуйте подсказкам системы. Пополняйте баланс и бронируйте места на старте. Или покупайте места уже после старта. Для бронирования или покупки мест в семиместных матрицах, для начала вам нужно купить любое количество мест в первой матрице за 1 доллар. Выбираете количество мест и нажимаете «Оплатить». После этого вы теперь сможете покупать места в следующей матрице за 5 долларов. Далее за 10 и так далее. Впоследствии, если вы захотите купить дополнительные места в предыдущих матрицах, которые ранее покупали, то выбираете матрицу, устанавливаете нужное количество мест и нажимаете «Оплатить». Как вы видите, в проекте предусмотрены и внутренние переводы. Но для того, чтобы перевести внутренним переводом деньги вашему партнеру или любому другому участнику проекта, вы должны знать его уникальный номер внутреннего кошелька. Поэтому запрашивайте у него номер, прописывайте его, также сумму перевода и нажимаете «Перевести». Вывод денег. Здесь также все просто, прописываете сумму, выбираете платежную систему и прописываете номер своего кошелька. Ну и далее нажимаете «Вывести». Регламент по выводу сейчас составляет 48 часов, но как правило в течение 2-3 часов деньги вы получите. А в дальнейшем администрация сделает автоматические выводы. То есть вывод будет инстант и деньги вам будут зачисляться на кошельки в течение нескольких секунд. Раздел «Адресные рассылки». Здесь компания предлагает различные инструменты для привлечения. А также при покупке каждой матрицы компания Binar Life предоставит вам пакет электронных адресов, к которым вы сможете предложить присоединиться. Пакет адресов вам будет выдаваться на время, указанное в таблице. Таким образом, в течение этого времени вы можете писать на эти адреса письма и приглашать партнеров в свою команду. При этом компания предлагает вам и шаблоны писем, которые вы можете использовать для создания писем, в которых будете привлекать партнеров в свою команду. Итак, друзья, об основных моментах проекта и маркетинга я рассказал. А за вами сейчас остается только одно – принять решение, будете ли вы участвовать в данной компании.
Если принимаете положительное решение, то добро пожаловать. Ну а с вами был Олег. Желаю всем больших чеков. Пока.